так вийшло, що я бажаю JavaScript, і я розповідаю, і у мене є ще таке хобі, я дуже люблю своє моделірування. І ну, тільки з останнього часу можна було так якось помістити. Ну, в принципі, я вирішив таку міні-вводну презентацію для цього. Первое, что такое 3D? Да? 3D это на самом деле лишь набор средств и инструментов для того, чтобы отражать объемные фигуры на двухмерном пространстве. То 3D, о котором мы с вами сейчас будем говорить. Странно очень звучит, да, то есть трехмерное на двухмерное, то есть как это все может работать. Ну, на самом деле работает это очень просто. Есть пару фокусов просто-напросто, которые нужно знать. Мы должны использовать фигуры, у нас идут материалы, которые накладываются на фигуру, и текстуры, цвет, без цвета у нас не получится нормально в 3D-графике. Камера, которая поможет создать объект, эффект объемности, и анимация. Ну, вот это, в принципе, все. Зная пару вот этих трюков, можно строить полноценное 3D-изображение, да? Где мы можем увидеть результат вот этих вот трюков. Ну, на самом деле, сейчас это везде. То есть, компьютерные игры, консоли, телефоны, фильмы, да, там сейчас ни один блокбастер не обходится без 3D-камеры. Это угодно. Как нам влиться в эту тусовку, которая уже не одно десятилетие длится, если мы таким заниматься? Ну, понятно, нужно уже готово использовать какие-то готовые решения. С ним придумать просто нет. То есть, какие есть готовые решения? Да, давайте посмотрим. То есть, есть несколько библиотек на данный момент, которые можно использовать. В 2011 году к ним присоединилась такая штука под названием WebGL. Для того, кто не знает, WebGL на самом деле это не отдельная технология, это лишь одна из спецификаций в OpenGL. То есть, в принципе, если вы умели всегда дело с OpenGL, то есть WebGL это безопасно для всего вообще. Какие браузеры у нас тут делают? То есть Firefox отлично поддерживает. Chrome. Ну, Chrome все поддерживает. Opera. Opera только с последней версии поддерживает. И как, что, ну, это еще затруднительно сказать на самом деле. Safari. Safari поддерживает, но там надо рыться в настройках, это все включать. И, ну, то есть все не так просто на самом деле. Как цветом тоже, зеленое, желтое и красное. То есть, зная вот эту маленькую информацию, которую мы только что получили, можно подумать о том, что, ну, в принципе, 3D через JavaScript можно выводить только через WebGL. Более продвинутые пользователи могут сказать, что, о, я слышал, есть такая библиотека под названием 3GS, с помощью нее там что-то можно выводить. Ну, на самом деле, это не совсем как бы правда. Технологии очень много, и если WebGL вашим любимым браузером не поддерживается, там, или поддерживается с помощью каких-то ковыряний, то есть можно всегда найти другой путь для решения вашей проблемы. Ну, на Canvas, либо SVG изображение, но это достойно отдельной презентации. Библиотеки, которые у нас существуют для того, чтобы отображать 3D-графику, пожалуйста, криптовые библиотеки. Их дофигища. Давайте кратко сравним. По количеству скачиваний. По количеству скачиваний у нас лидирует 3GS, наверное, поэтому она, в принципе, такая популярная. Не знаю, сколько людей стало, сколько его скачало, на самом деле, пыталось его пользоваться. Это говорит нам о том, что количество скачиваний, да, много людей пытаются посмотреть, комьюнити растет, и, скорее всего, библиотека тоже будет очень большими темпами развиваться. Поддержка. Поддержка тут уже не все так просто. На самом деле лучшая поддержка у Pila.js, потому что
Очень-очень хорошая документация, чего в 3GS нет. То есть там придется разбираться на примерах и общаясь с людьми, да, через GitHub, просматривая сорцы и вступая в комьюнити и так далее. Фичи, которые это все поддерживаются. Ну, здесь тоже лидирует 3GS. На самом деле у него возможности почти столько же, как и, я не знаю, как это объяснить, столько же возможностей, сколько и у полноценной десктопной аппликации, да, которую мы можем создать, поможем каких-то там специальных тулзов. PillaJS чуть-чуть отстает, вот здесь вот кажется, что это чуть-чуть, но на самом деле у него очень-очень плохо все с светом. Свет у него есть, но такой, в основном статический, да. И с... это объяснить, не помню, как сказать, когда мы формочку с одного состояния в другое пытаемся. Все, поехали дальше. Можно сделать вывод, что 3GS это у нас в данный момент самая популярная, быстро растущая и многонациональная библиотека для работы с WebGL. Давайте посмотрим какой-то простенький самый пример на 3GS. Для того, чтобы его использовать, делаем себе клон репозитория. Тут мы видим пример, что мы получаем после того, как мы сделали клон. Вот, в принципе, подключение, все в данной библиотеке. У нас есть наш, у нас есть наш файлик mypod.js, ну, вот заходим на него сейчас, посмотрим, что там реально делается. Для того, чтобы создать какую-то 3D полноценную сцену, нам нужно создать, собственно, сцену. Это пространство, где будет происходить вся наша красота. После того, как мы создали сцену, нам нужно добавить камеру. С помощью камеры мы можем сделать наш полноценный фильм, можно сказать, на JavaScript. После добавления камеры мы создаем какой-то материал. Ну, в данном случае создаем просто красный цвет. Создали красный цвет, то есть, ну, видно, тут все очень просто. То есть, создаем объекты типа материала, создали объект типа куб. Вот это простой пример. Более сложный пример, это когда вы импортируете полноценную 3D-графику из вашего любимого 3D-редактора. Ну, я обожаю Cinema 4D, допустим. Что дальше? Свет. Никакой нормальной 3D-графики не обходится без света, конечно. Света очень много вариаций в 3GS, есть еще там отдельные плагины, можно выставлять. Ну, свет очень классно сделан. И в принципе, что последнее, нам надо это все отрендерить. Рендерится это обычный канвас, уже ни для кого это не является новшеством, я точно не знаю. Ну, в принципе,